Привет, мои хорошие, с вами Селена. Сегодня у нас будет фотосессия. Фотосессия, сейчас я вам скажу. Она подарочная. Я заходила в магазин Be Free, и сейчас Be Free идет, если вы покупаете две вещи. Я не помню, до какого числа, сейчас посмотрю. Если написано, вы покупаете две вещи, и вам дают бесплатную фотосессию. Ну, конечно, они хитро сделали. Бесплатная фотосессия подразумевает, да, конечно, два образа, там все дела. Но вам на руки только одну отфотошопленную, как следует, фотографию дают, да. А хочется же все получить, там же много интересного. И чтобы это получить, на флешке нужно уже, конечно, заплатить. Там от 80 кадров где-то 2500, 2600. В принципе, я уже почитала информацию об этом месте. Это Fashion Box у нас в Ростове-на-Дону. Что мне очень нравится, что это не просто там, ну, фотографируют тебя и все, а то, что тебе должны сделать укладку, все это входит в стоимость. Что на самом деле сложно найти хорошего визажиста, фотографа, потом кто тебе причем сделает, потом найти студию. У них все это в студии, все тебе делают. То есть ты приходишь просто чистенький, вымытый. Вот как видите, я вообще не накрашена, сейчас только искупалась, только высушила голову и мчу туда. Я постараюсь снять для вас как можно больше интересных вещей и потом покажу, что получилось. Оставайтесь со мной, если вам интересно. Сейчас я иду снять денег, потому что у меня всего 1000 рублей в кармане. И сейчас сниму денег, чтобы оплатить полную стоимость, чтобы не хватило на все мои фотографии. Я их сама, наверное, буду обрабатывать, потому что у них дополнительный фотошоп еще стоит. Я хочу все фотографии свои. Блин, я как знала, что надо раньше выйти, блин, за 1,5 часа вышла. Сейчас захожу, мой банкомат перенесли. Блин, сейчас искать теперь его надо. Не кайф. Ну хорошо, я заложила время на все про все, чтобы медленно, не спеша делать. Как прекрасно, что рядом всегда есть Сбербанк. Прям через дорогу я увидела, что есть Сбербанк. Сниму в нем деньги. И хорошо иметь несколько карт. Вот мы и пришли на место самого происшествия в Fashion Box. И сейчас мне будут делать кудри, как я и хотела, потом красить, и потом мы идем два образа снимать. Ну вот, нас все накрасили, мы приоделись. Сейчас пойдем фоткаться.
Вот я и дома, мои хорошие, на своем, так сказать, рабочем месте. И скорее хочу поделиться с вами впечатлениями. Девчонки и мальчишки, на самом деле это большая редкость, чтобы мне что-то понравилось. Я вообще ни капельки не пожалела, что туда поехала, что потратила свое время и силы, хотя у меня их не так много осталось. И даже вначале были какие-то у нас там недомолвки, потому что мне звонили еще с другого города, это оказывается сеть, как я понимаю, да? Мне звонили с Казани, но не говорили, что с Казани. Видимо, может, я что-то заявку неправильно оставила. В общем, меня записали в два города и звонят. В общем, я договорилась на одно время, звонят с другого города, меня переносят. Я буквально интуитивно звоню сегодня. Говорю, во сколько все-таки у меня фотосессия? И мне опять говорят, мое время. Я говорю, да что ж такое, что ж там это? Потом после этой девушки она говорит, нет, в 16:30 все, приходите. И в итоге мне звонит после нее сразу же девушка и говорит, приходите пораньше, на 4 часа. Вот я пришла туда в 4 часа, мне в итоге говорят, нет, у вас 16:30, как и было. В общем, я погуляла, зашла в Fix Price, кстати, который мне посоветовала Дьяволина. Вот, и купила то, что хотела. В общем, я в безумном восторге, потому что девочки красят, профессионалы. Вот у меня остался мейкап, и даже я что-то новое для себя узнала, потому что я раньше скулы красила по-другому, ниже. А оказывается, мне чуть-чуть выше, и мне так больше нравится, и идет, она вот их выделила. А потом просто прическу, локоны, все делается очень быстро, очень оперативно, реальные профессионалы. Фотографы просто чудо. Девочки, мне есть с чем сравнить. Я столько много времени работала с фотографами, абсолютно разными. И я вам скажу, что за такие деньги, просто я считаю, это копейки, девчонки просто молодцы, просто молодцы. Во-первых, ну вот именно для тех, кто не профессионал, да, кто там не знает позы, какие-то еще что-то, все говорят, вплоть до взгляда, поворота головы, на любой градус, там как ручки, ножки, все сложить, в какую позу стать, все очень оперативно, то есть больше всего занимает времени это макияж и укладка, да, а вот сама съемка немного времени занимает, потому что очень быстро делают все, очень молодцы. То есть они сказали, оп, поймала, встала, так, оп, здесь ручку, так, тут. И вот прям вот, ну вот все. Вот у меня просто нету даже слов, чтобы что-то сказать, что мне что-то не хватило или что-то я хотела. Мне кажется, они мне во всех позах сняли, во всех ракурсах, как только можно, да. Вот, и в эти два образа, то есть мне вот так вот с головой хватило. Я обязательно вам покажу. Или вы уже увидели, как все это дело у нас происходило. Так мне нравится все, что выглядит. Я обязательно сейчас сниму еще видео какое-нибудь, там может быть фикс прайс снять. Как раз я же заходила в фикс прайс, вот я и сниму его. В розовой корзинке. Может быть, я его вперед сниму, этого видео. Вот, и советую. Что они мне еще дали, что мне очень понравилось, да, то есть все мне вышло вообще в 2400 с копейками я там отдала. У меня было больше 80 фотографий, но, естественно, не все там пойдут в ход, потому что не все ракурсы мне там понравились, но 80 там точно будет идеальных фотографий. Плюс одну фотографию они мне обрабатывают сами, которую я выберу, им отошлю. В этот же день я получила все свои фотографии на флешку. Также они дали приглашение мне, но, скорее всего, это будет для девочек, кто с Ростова-на-Дону, потому что у них, допустим, ну, с скидкой 40%. Потому что вот у них, допустим, фотосессия классическая в двух образах. Вот то, что я делала, как раз-таки стоит 4000 рублей, да, а так будет стоить 2390. И туда входит все, понимаете? Вас сделают красивой, вам скажут, как встать, вам подберут фоны, вам подберут одежду из вашей, побольше одежды берите. Потому что мне даже неожиданно, в чем я даже не думала, что я буду фотографироваться, получилось очень круто все. И я обязательно еще туда пойду и вам советую. Вот у меня есть такие приглашения, вот они все подписаны. В общем-то, девчонки, кто в Ростове-на-Дону и кто очень хочет пойти на эту фотосессию, да, я даже, я не знаю, мне кажется, я бы с удовольствием сопровождала бы там человека, да, потому что, ну, мне понравилась атмосфера там и все. Девчоночки молодые, девчонки молодцы, профессионалы. Ну что, мои хорошие, я буду наслаждаться своими фотографиями, обрабатывать их, потихоньку выставлять. А с вами я прощаюсь, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!